Всем привет, друзья! У меня обед. На обед доедаю вчерашние роллы. Так, что попробуем палочками захватить. Блин, как же... А, не, нормально. Помакаем в мазутный соус. Чуть-чуть горчички. Что, горчички? Угу. Что-то сегодня они кажутся намного вкуснее, чем вчера. Соус перелить, тут остатки, но, как говорится, остатки всегда сладкие. Вот возьмем второй. Опа, вот такой захаваем с огурчиками, с рыбкой. Опять же, чуть-чуть горчички. Опа. Вот эти мне больше всех вообще зашли вчера. Тут уже есть горчичка. Можно чуть-чуть. С кунжутными семечками. Кто хочет увидеть первую серию, ну, где я начинал, переходите по ссылочке сверху на баннере канала, на мой основной канал. Там увидите, как я все это купил. Так сказать, первое впечатление. Вот эти ничего такие. Горчички. Угу. Филадельфия. Единственное, что я знаю, как называются это вот эти вот Филадельфия. Сыр. Посередине, куда ты убегаешь? Не убежишь никуда. Горчички. Угу. Как эта хрень называется, я не знаю. Называю ее просто горчичка. Ну, друзья, кто хочет поддержать мой канал, ссылочки в описании.
заранее говорю спасибо за поддержку. Потому что поддержка в наше время очень важна. Особенно финансовая. Горчички. Угу. Ну-ка, куда? Иди отсюда. У меня урица лезет на стол. Я ей корм купил. Специально жидкий, чтобы не мешало мне. Она его уже съела. Целый пакетик. И решила залезть ко мне на стол. Какая наглость. Собаки, по-моему, так себя не ведут, как кошки. Очень наглые животные. Кошки. Помакаем в мазутный соус. Многовато. А, захватил горчички. А вот это что за черная хрень, не знаете? Капуста морская, что ли? Или что такое? Вот эти самые топовые. Тут обжарочка такая. Рыбная в экляре. Супер. Там тоже сыр, огурец. Сверху тоже типа соус остренький. Вот эти мне больше всего понравились. А вот эти меньше всего. Мазутный соус. Горчички, я думаю, достаточно. Ну хотя.
Нет, тоже нормально. В принципе. Но вот эти лучше. Оставил напоследок самое вкусное. Блять, да как же ебаный вот тут. Убрался же нормально. О. Доедаю семечки пока, прожевываю кунжутные. Да ты чё, последний не получается взять. Как так-то, блядь? О. Сытно, вкусно. Сегодня второй выходной, завтра на работу, на пятидневку. Аж грустно стало. Вот такой вот обед прошел, я считаю, на ура.